Хотел обратить членов правительства внимание на ряд задач, которые необходимо решить до конца года. Первое. Глава государства на июльском расширенном заседании правительства дал ряд конкретных поручений по решению задач дальнейшей индустриализации, социальной модернизации, развития регионов. Вы знаете, что в правительстве был разработан соответствующий план мероприятий из 30 пунктов, причем сроки исполнения 26 заданий находятся на четвертый квартал их исполнения этого года, остальные на начало следующего года. Поэтому я поручаю руководителям центральных госорганов, министрам взять на особый контроль ход исполнения поручений главы государства. Канцелярии контролировать эти вещи. Второе. До конца года нам предстоит внести коррективы два очень важных документа. Это стратегический план развития республики до 2020 года и государственную программу по форсированному индустриально-инновационному развитию. Министерством экономического развития, торговли, индустрии и новых технологий ускорить работу по внесению соответствующих проектов указа президента. Поручение на контроль Исекешеву. Третье. Мы приняли пошаговый антикризисный план, который уже реализуется. Ситуация, как вам известно, на мировых рынках неустойчива, что диктует необходимость внесения определенных поправок в наши решения. Министерство экономики совместно с заинтересованными госорганами внести в правительство изменения в антикризисный план. Келимбетов, Кайрат Нематович, взять на контроль этот вопрос. Четвертое. Сохраняется проблема с неосвоением бюджетных средств государственными органами. Перечислять я не буду, вы об этом хорошо знаете, особенно министры. Поручаю всем администраторам республиканских бюджетных программ за оставшийся период до конца года обеспечить освоение выделенных бюджетных средств. Министру финансов Баладин Ахметович на жесткий контроль. И пятое. Актуальными по-прежнему остаются мониторинг цен на продукты питания, товары повседневного спроса, обеспечение бесперебойного проведения отопительного сезона. Эти направления должны быть на постоянном контроле. Кушербаеву данные вопросы держать на контроле и решать в оперативном порядке.